В зале администрации района прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. На повестке дня стояли два ключевых вопроса, касающихся обеспечения безопасности в районе. Заседание вел глава районной администрации Заур Хамирзов, который подчеркнул важность обсуждаемых тем. Первый вопрос касался обеспечения безопасности при проведении Дня знаний на территории района. С информацией по этому вопросу выступили начальник управления образования Асиат Берзегова и заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский по охране общественного порядка Руслан Хуажев. Они обсудили необходимые меры, которые будут предприняты для обеспечения безопасности учащихся, педагогов и родителей в этот важный день. Участники заседания акцентировали внимание на необходимости взаимодействия между различными службами, а также на важности профилактических мероприятий. Самое большое внимание уделяется комплексной безопасности образовательных учреждений. Разработана нормативно-правовая база в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Срок действия разработанных паспортов безопасности до 2027 года. Охрану образовательных учреждений осуществляет частное охранное предприятие «Альфа-Безопасность». Это лишний раз доказывает, что особое внимание уделяется охране образовательных учреждений и администрации района. Меры предосторожности, которые сейчас предпринимаются и на которые обращается внимание, очень становятся все более серьезными, чтобы понимание это было и имелось в виду. А так, в целом, сотрудники межмуниципального отдела уже сориентированы на предстоящие мероприятия, и, соответственно, с ними будет проведен 2 сентября целевой инструктаж. Будут дополнительно выставлены соответствующие наряды и приглашены в зону ответственности к наиболее крупным образовательным учреждениям наряды ДПС. Второй вопрос был посвящен обеспечению безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летию Кашхабльского района. С докладом выступил заместитель начальника полиции, который рассказал о планируемых мероприятиях и о том, как будет организована охрана общественного порядка во время празднования. Также свою позицию представил глава муниципального образования Кашхабльское сельское поселение Базет Хамдохов. В целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Кашхабльского района, в пределах компетенции ГАОРИ «Кашхабль» будут реализованы следующие меры. Привлечение членов добровольной народной дружины к охране общественного порядка с участием представителей МГУ МВД России Кашхабльский. По согласованию с МГУ МВД России Кашхабльский во время проведения праздничных мероприятий планируется привлечь 16 членов ДНД. Также считается целесообразным, что в окружении мест проведения праздничных мероприятий совместно с заинтересованными службами ведомствами обеспечить проведение осмотров объектов инфраструктуры, проверить нежилые технические помещения, обеспечить постоянный контроль за несанкционированным проникновением в указанные объекты. В ходе заседания была достигнута договоренность о дальнейших действиях и совместной работе всех заинтересованных сторон для создания безопасной обстановки как в день знаний, так и во время юбилейных мероприятий.